приветище! Сегодня мы с тобой поиграем, ну как ты уже понял, в Roblox. Очень много было просьб, очень много было уговоров, хотя нет, никто меня не уговаривал. Просто я сам захотел зайти в Roblox и посмотреть, что тут происходит вообще, собственно. Короче, Roblox я буду снимать очень-очень, вообще крайне редко. И мы начнем с интересного симулятора, который называется Hall. Что ж, погнали! Посмотрим, что это такое. Мы с тобой маленькое вот такое вот черное отверстие. Черное отверстие, которое поглощает все на своем пути. Вот, например, корзиночка, да, давай попробуем ее схавать. Оба, съели и чпокнули. Почему именно такой звук? А не звук поедания, например. А, дерево не влазит в нашу маленькую дырочку, хорошо. Пойдем еще съедим корзиночку, чпокнем. Ну-ка, да подожди. Корзиночка, где корзиночка? Я что-то все поломал. Не... О, слышал, чпокнула, значит, корзиночка съелась. Отлично. Едем дальше. Как насчет фонаря? Блин, он не влазит. Нет, фонарик мы не съедим. Нужно съесть еще корзиночку. Наше отверстие, будем называть так его, техническое отверстие, поглощает в основном мусор. И это хороший дар. О, вентиль пожарный поглотили, здорово. Жалко, ускорения нету. Ускорения здесь нету, это плохо. Зато есть апгрейд, сел и апгрейд. Так, это мы купить не хотим. Что? Что продать мы можем? Я что-то продал и уменьшил свое отверстие, да? Ну, точнее, вот это техническое отверстие, не свое отверстие, техническое отверстие. Так, мы начали есть фонари. Здорово. Как насчет дерева? Влезет оно или нет? Нет, оно не влазит. Давай еще фонарь. Фонарик. Блин, дерево надо скинуть. Срочно надо скинуть дерево. О, зашибись. И дерево, и мусорку. Теперь мне сама табличка вылазит, типа, продай дыру. Хорошо, я продал. Я продал свою черную дыру. Едем собирать мусор. Бабосики, кстати, получили. У нас 12 баксов с тобой есть. Мы богаты. Что я могу купить на 12 баксов? Кучу шоколадок и потом обсыпаться прыщами. Едем дальше. Мусор, где же ты мой сладенький? Черт, я такой медленный, что меня может догнать асфальтоукладчик. Дерево съедим. Да блин, зачем эта табличка власть? Не хочу я ничего продавать. Не хочу продавать свое отверстие. Я хочу наесться. Хотя почему-то я не могу теперь есть, пока не продам. Ладно, придется продать. Продаем. Может быть, в апгрейд надо было заехать? Апгрейд, 10 баксов. У меня есть 10 баксов, у меня 22 бакса. Давай, Чего? Капасити? Что такое капасити? А, скорее всего, это отверстие нашей черной дыры, которое она теперь может достигать. Оно теперь станет больше. Больше, чем раньше. Вентиль давай. О, ты смотри, какой здоровый чувак бегает. Я тоже хочу достичь таких размеров. Вот это он себе дырку отъел. Так. Опа. Деревце. Есть контакт. Есть контакт. А как насчет апгрейда? Хочу... деньги нужны. 20 баксов следующий апгрейд. Хорошо, продаем. Можем апгрейдить сразу наше отверстие. Есть. Следующий апгрейд 77 баксов будет. Фу-ху. Многовато. Ну давай. Надо прокачать следующим этапом скорость, чтобы наше отверстие перемещалось как можно быстрее. Отлично. Поглощение проходит успешно. Продаем. Апгрейд скорости делаем. 10 баксов он стоит. Неплохо. И апгрейд денег тоже. О, у нас теперь бабок будет в 2 раза больше. Короче, вся фишка заключается в том, что мы едим, собираем все, что можем, потом все это барахло, которое у нас нападало, продаем и апгрейдываем наше отверстие. То есть вот сейчас у меня есть 52 бакса, сейчас мы с тобой отожремся, вот шины сидим. Шины, зашибись, шиномонтажку можно открыть. И фонарик давай, и вот еще мусорку схавать надо. О да, ой сладенький мой, ой прелесть какая. Хопа, все, апгрейд. Апгрейд? Нет, не апгрейд, подожди. Надо все это продать. Барахло продали, у нас 97 баксов. Мы можем увеличить наше отверстие, что мы, наверное... Нет, мы увеличим скорость. Скорость, бабки, еще бабки. Денег нет на бабки, черт подери. Ладно, копим. Что еще нам остается делать? Кстати, там еще скины были. Что насчет скин? Офигеть, крутые скины. Давай за 10 баксов купим вот это болото. Ну-ка. Где мой скин? Оденьте мне скин. Почему я скин не вижу? Я его купил, ну, а вот, экипировать, все. Отлично, теперь я какое-то болото. Похоже, на самом деле, на какое-то говнецо. Теперь наше отверстие, это не отверстие, а какое-то говно. Простите меня за выражение, это гумно, будем называть его. Гумницо, которое жрает все на своем пути.
Так. Так. Деревья хавай. О, деревья нормально. Так, плюс 643 к размеру. Все, максимальный размер. Сейл. Апгрейд. Размер отверстия нашего теперь поднялся до 4000. Можем нажраться на 4000. Шикардос. О, смотри, сколько шин. И мои размеры. Там кто-то сбоку. Смотри, какой здоровый. Он меня может схавать? Нет, он меня не может схавать. Ну и ладно. И хорошо. Прикинь, пришла другая дыра и схавала вот это говнецо. Ну, то есть, меня. Бегает тут такое говнецо, которое собирает мусор. Камни сожрал. Вон, опять снова шины появились. Опять снова. Снова опять. От переменные мест слагаемых сумма не меняется. Опять снова. Ништяк. Можем продать. Апгрейд бабла делаем. Нам нужно больше бабла. Еще? Нет, больше не получится. Что за соточку могу купить? Скорость. Мы стали как флэш. Ну, слушай, значительно. Прям чувствуется, что я быстрее бегаю. Точнее, ползаю. Мы же ползаем. Или как это? Как это называется? Что делает отверстие по земле? Деревожор! Пошел! Пошел! Он, камушки, смотри, камушки. Да черт, до камней не добрались. Надо увеличить размер нашего отверстия. Сейчас мы это сделаем. Еее, 8 косарей теперь у нас. Максимальный размер. Зашибись, а теперь и камушки пойдут. Нет, камушки слишком большие. Камень не вошел. Камень не вошел в исчадие говнеца. Ничего страшного. Сейчас отъедимся, и все будет путем. Так. Шинки не хаваются. Какие-то бракованные шинки. Жалко, здесь нету нитро. Вот на shift нажал, и такой вьюх полетел со своим отверстием говнистым куда-нибудь в пекло. Есть! Есть возможность апгрейда. Ну что, я прокачал свое исчадие говнеца, которое пожирает мусор. В принципе, хорошее дело мы делаем для мира. Но вот деревья, когда едим, это очень плохо. Короче, теперь мы стали скоростными. Наше отверстие какашек, оно стало более скоростным. Теперь мы едим больше. Мы, по-моему, вмещаем себя. Давай посмотрим, сколько мы себе вмещаем мусора. Зачем я продал? Вот тупица. Ладно. 14 тысяч мусора мы вмещаем себе. Так что пошли спасать мир от мусора. От вентилей, вот этих, от деревьев, от фонарей. От электричества, интернета и прочего. О, нифига себе, ты видел это отверстие? Это та черная дыра, она реально поглощает все здания на своем пути. Крутяк, я тоже так хочу. Ну, наверное, когда-нибудь я вырасту. Если буду правильно питаться. Правильное питание, это все для твоего роста. Но, к сожалению, мне кажется, что я питаюсь не очень правильно. Фастфуд, ну что, ты посмотри, камни какие-то, да? Что это такое? Вот шиномонтажка, вот сейчас пойду по крышке схаваю. Ну что это такое? Нет, так дело не пойдет. А тем временем наш размер достиг 10 косарей. Фига себе, а это кто у нас такой? Чувак, можно я по тебе поползаю? Офигеть, вот этот размерчик. Мощь. Прям чувствуется, что мощь. Мое отверстие, наверное, размером с его пятку, да? Ну ладно, с ногу. С ногу тоже не... Он просто стоит, смотри, и поглощает. В него все само сыпется. Итак, мы достигли своего нового максимума. 17 косарей. Отверстие в 17 косарей. 17 тысяч мусора я насобирал. Тут у нас Деннис гоняет. И снова съедим заборчики, деревья, камушки. Главное, чтобы потом камни из меня не вышли. Вот, отлично. 22 косаря мусором мы схавали. Продаем это все. Зарабатываем косарь. $1300. Бегаю я такой, бегаю по этой пустыне. Ну, сейчас вот, видишь, заново респаунятся все здания. А тут, короче, два бугая. Где они? Сейчас я их сейчас найду. Где эти бугаи? Блин, они спрятались от меня, прикинь. Вот засранцы убежали. Наверное, испугались меня. Ты избугался? Нет, я сбагуин. Так, хорошо. Во-во-во, вот тут где-то они были. Видишь, все респаунится. Блин, я их догнать не могу. Вот, одного я догнал. Господи, какой он здоровенный, смотри. В него... Я поглотился в нем. Я потерялся в нем, я бы даже сказал. Обалдеть. Вот это размерчики. Он меня догоняет. Нагоняет. Нет, не трогай меня. Он мимо пролетел. Здорово. Фух. Ну смотри, в нем реально потеряться можно. Каких он здоровых размеров. Он, наверное, 1/4 этой карты. Знаешь, эта игра, наверное, про то, у кого больше отверстия. Как бы это странно ни звучало, но суть в том, как можно больше отъесть свое отверстие. Вот так-то. Это мое! Есть, кусик зажрал. Не досталось этому чуваку. Блин, ну что ты сюда пришел? Он, вот этот чел,
здоровый чел, который размером с эту карту практически. Он реально мешает играть. Он все жрет, пожирает. Тебе в KFC бы зайти. А я тем временем иду на рекордное количество пожираний. Уже съел 22, отлично. Продаем все это и зарабатываем $2469. И можем апгрейдить наше отверстие. И теперь мы поглощаем на 32 тысячи. Посмотрим, что там по скину. Можем мы скин сменить? $160 новый скин. Вот, давай будем океаном. Океан, который вымывает город. Как волна идем по этому городу. Это что такое? Чувак! Я, наверное, размером с твой шнурок на ботинке. Почти отъелись до нужных размеров. Сейчас скоро начнем поглощать здание. Сейчас вот фонарики схаваем. Ну давай. Тридцаточку. Есть 30. Все, надо теперь найти маленькое здание, которое мы смогли бы съесть. Сейчас заборчик схаваем. Смотри, маленький какой. Маленький какой челик бегает. Я таких же размеров раньше был. Все. Я думаю, что все, можем теперь поглотить здание. Где маленькое здание, которое сейчас упадет в этот океан. В это озеро. Но я продолжаю набирать вес, кажется, сейчас я не съем ни одно здание вообще, потому что я наемся всякого хламья. Нет, плохо. Очень плохо. Вот здание, блин, нет, оно слишком большое. Вот этот домик. Вот этот домик двухэтажный. Давай, падай. Нет, не падает. Черт. Какой же... О, ну! Блин, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть наесться. Я уже размером в 50 тысяч. Вот это здание я могу съесть? Ну, толкайся давай. Ну, чё ты? Не стесняйся, заходи. Да капец. Она не хочет упасть в озерцо это. Не аж на озерцо. Ну, кажется, я его съел, ты прикинь. Я съел это здание. Все-таки получилось закинуть каким-то макаром. Не знаю, как это вышло, но в итоге... Джим, залази. Давай. Джим что-то не хочет. Эх, мечта так близко. Я же говорил, что моя мечта это съесть спортивный зал. Но ничего, мы до него доберемся. Ну чё, смотри, какой у меня скин. По-моему, это лава. Или это зыбучие пески. Неважно. Важно то, что я теперь могу съесть 400 тысяч мусора. А это значит, что размер нашего отверстия достигнет масштабных размеров, которые смогут съесть весь этот город. Ну, это не точно. Вначале нужно отъесться. А потом мы с тобой увидим, на что я буду способен. Так что сейчас я поглощаю все и вся. И посмотрим, каких размеров я смогу достичь. Ну шо, новый рекорд. 73 тысячи. Пожалуй, мы отсюда начнем разминочку нашу. В плане поедания различных больших мусорок. Ну, например, джим, да, сейчас мы до него доберемся. Сидим вот это здание. Давай, падай. Есть контакт. Теперь попробуем джим засосать. В наши зыбучие пески. Есть, наконец-то мечта исполнилась. Спортзальчик, мы его схавали. Засосали в наши зыбучие пески. В нашу лаву раскаленную. Просто свалился он, вот еще один джим. Тоже его схаваем, и это здание схаваем. А вот это вот мы сможем? Да, СТОшечку. Ну, там, где ремонтируют машины. Только что была поглощена. Также съели еще дом. Теперь переходим вот на этот райончик. Многоэтажечку съедаем. О божечки, как все залетает. А это здание смогу? Нет, не смогу, оно слишком широкое. Ё-моё. Частный сектор поедается просто масштабными размерами. Очень быстро. Наше отверстие поглощает и растет. Словно... Я не знаю, как это описать. Я не знаю, что это за монстр поглощающий. Мы растем и растем. Размер нашего отверстия 500 тысяч. Ой, божечки, 540, 553 уже. Высотку захомячили. Так, пойдем-ка в центр, к большому зданию. Посмотрим, смогу ли я его съесть. Если я не могу съесть вот это широкое, то, наверное, и то большое здание тоже не смогу схавать. Вот оно, вот это здание. Высокая высотка, хотя ширина ее маленькая, мы смогли съесть эту высотку. Большую высотку. Так, зашибись. Ну что? Продаем все это и зарабатываем $317. Прокачиваем наше отверстие. Теперь мы можем съесть миллион мусора. 1 105 000, если быть точным. Ну вот, началось все самое интересное снова. Отъелись в 100 тысяч. Это классно. В принципе, мы можем уже, да-да-да, СТОшечку захомячить. Шикардос. Пойдем джимчик схаваем. А вот еще магазинчик тут стоит. Магазинчик схаваем. А вот он наш Джимми. Шикарно.
254 тысячи мы наели. Пойдем есть высотки. Пришло, настало их время. Ну, конечно, частный сектор немножечко подъедим. Чего бы нет. А где же высотки? Высоточки! Где-то здесь. Вот одна высоточка. Ну-ка, залетай. О, как родненько залетел-то, а! Как будто она там и валялась у меня. Где-то в недрах зыбучих песков. Да щебись, вот это синематик. Кинотеатр. Моя новая мечта — это сожрать кинотеатр. Обязательно до него доберемся. Мы достигли размеров 500-600 уже тысяч мусора. Сейчас будет 700. Поедаем высотку. Давай. Закидывайся. Три здания одновременно вкинулось. Крутяк. Синематик. Полезешь, не полезешь? Нет, не полезет еще синематик. 963 тысячи. Миллион! Мы достигли и... Есть! Мы сожрали с тобой кинотеатр. Я думаю, это наше сегодняшнее достижение. И, наверное, пора закончить на этом, потому что если мы не остановимся, мы сожрем здесь все. Если тебе понравилось и ты рад возвращению Роблокса, я повторяюсь, Роблокс будет очень редко, но он будет, то с тебя лайк, а также подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, твой крутой комментос. А на этом все. Пока. Увидимся в новом видео.